21-летняя экс-солистка группы Reflex снова сыграла свадьбу. Первыми изменения в жизни Жени Малаховой рассекретили ее подруги. Для певицы и актрисы этот брак стал вторым. В 2014 году она связала свою жизнь с режиссером Ренатом Давлетьяровым. Однако их союз продлился только 5 лет. У семейной пары не было детей, поэтому развод прошел быстро и безболезненно. Однако теперь Женя скрывает имя своего избранника. Артистка первую свадьбу хранила в тайне, она рассчитывала таким же образом поступить со второй. Тем не менее, подруги звезды не смогли удержаться. Женя собрала самых близких на девичник. В число приглашенных вошла актриса Диана Пожарская, психолог Елена Береза, продюсер Анна Пескова и другие. Отметили секретное и очень знаменательное событие в жизни этой девочки. «Будь счастлива, моя дорогая, раз и навсегда. Я рядом», — обратилась к Малаховой Диана. Позднее сама виновница торжества тоже решила выложить кадры с праздника. Женя светилась от переизбытка эмоций и явно была довольна происходящим в ее жизни. «У меня абсолютно счастливый взгляд, который передает все, что я чувствую сейчас. У меня абсолютно крутые подруги. Моя банда, спасибо, что со мной, спасибо, что такие трогательные и заботливые. Спасибо каждой за то, что всегда рядом и проявляетесь в горе и в радости», — с нежностью призналась в любви к подругам звезда. На следующий день Женю Малахову заметили в пышном свадебном платье в одном из московских ресторанов быстрого питания. Жених артистки выбрал классический костюм благородного серого оттенка. Женя Малахова развелась с Ренатом Давлетьяровым из-за внушительной разницы в возрасте. Артистка раскрыла свою любимую процедуру, которая помогает добиться бедер мечты. Солистка группы Reflex Ирина Нельсон откровенно призналась, что в последнее время стала опасаться за собственную жизнь, и у нее есть на это особые причины.